Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли, вы на канале Мотохайкер. Вышел немножко сейчас погулять. На улице свежо, уже вечереет немножко. Видите, у нас сколько снега выпало. Сейчас у нас февраль, такой самый морозный месяц. Блять, сейчас толком не покататься. Я вот пока вышел, думаю, дай-ка хоть прогрею своего красавца немножко, пусть помолотит. Да, сам хоть душу отведу немножко. Сейчас. Так, с передачи снять. Упс, замерзла, падла. С трудом так это наверх пошла. Ладно. Смотрим. Ну, завелся вроде бы нормально. Только ручка эта, ножка точнее, коробки передач немножко как-то подмерзла, видимо. Потому что когда я наверх так... Обычной рукой она так легко вверх нейтрально идет. А в этот раз что-то не очень. Фух, наконец-то у меня сейчас все экзамены хотя бы закончились. Ну, первая попытка хотя бы закончилась. Сейчас можно месяцок отдохнуть. И потом, если какие-то экзамены не... Если не сдал, то придется пересдавать. Наверное, придется сидеть и учить. С этой короной, блядь, с этим онлайн-обучением, это вообще жопа какая-то. С одной стороны, это вроде как бы классно, удобно. Ты сидишь дома на диване, смотришь лекции онлайн. А с другой стороны, это такая жопа, особенно когда до экзаменов дело доходит. В плане экзаменов-то никаких поблажек-то никто не делает. Наоборот, раз ты сидишь дома, раз значит у тебя есть интернет, и ты можешь все нагуглить по-быстрому. Поэтому задания все усложняются в разы. Ну, в общем... Есть плюсы у этого онлайн-обучения, также есть минусы. Ну, сейчас, слава богу, зимний семестр закончился. И сейчас можно немножко расслабиться. Блять, осталось только дождаться весны, осталось только дождаться нормальной погоды, и можно будет выкатывать. Интересно, это вообще не вредно его сейчас вот так запускать? На холодную вообще... Как вы считаете? Напишите в комментариях. Так, ладно, друзья, сейчас помолотит еще немножко, и я пойду, наверное, просто прогуляюсь километра 3, наверное, пешим шагом. Немножко проветрю мозги. Ну и, соответственно, буду заканчивать данный видос. Всем удачи, всем счастливо. С вами был Вилли, всем пока.